Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать на сеанс лечебного профилактического массажа лица. Хорошо. Сейчас присаживайтесь, пожалуйста, поудобнее. Это массажик этот делается, он такой в полусидячем положении. Вот, но мне нужно, чтобы вы были расслаблены. Перед массажиком я обязан вас осмотреть. Вот, я хочу спросить, были ли у вас какие-нибудь жалобы, а может быть, у вас бессонница беспокоит или головные боли. Так, позвольте ваши лимфоузлы немножко. Так, лимфоузлы в норме, не увеличены. Вы не болели сегодня, в ближайшее время нет. Ничего такого, да. Просто пришли на массажик, да. Просто пришли на массажик. Ну, хорошо. Отлично. У меня тогда как раз есть специальный расслабляющий массаж общего плана для головы, шеи, предплечий, для того, чтобы вы смогли расслабиться. Окей. Так, замечательно. Давайте с подготовочки начнем. С подготовочки. Сейчас небольшой массажик такой точечный вам сделаю. Вот так вот. Добавим чуть-чуть.
с ним немножко еще с этой стороны чуть-чуть. А вот здесь не испытывайте дискомфорта. Вот с этой стороны, там, где сейчас массажиру нет, шея вот здесь не болит у вас. Напряжение просто есть небольшое. Да? Напряжение есть. Ну, сейчас снимем напряжение. Так. Это бы вам неплохо походить бы к мануальному терапевту. Ну, или остеопату, знаете, чтобы кроме массажа... Я таким не занимаюсь. Чтобы кроме массажа вам немножечко поправил, чуть-чуть похрустел, так сказать, костяшками. Да, видно, неправильно. Осаночка есть, такое бывает. У меня у самого так тоже часто себя замечаю. Ловлю на том, что сижу неправильно, горблюсь и... Старайтесь, пожалуйста, прямо, ровненько плечи расправили, плечики. Тогда ничего не будет затекать, шея не будет затекать. Так, да-да. Так, хорошо, немножечко вот так вот. Сейчас еще помассажирую у нас. Очень хорошо, очень хорошо. Расслабьтесь, расслабьтесь, расслабьтесь. Да. Расслабьтесь, все в порядке сейчас. Так, очень хорошо, очень хорошо. Немножечко очистим, вот очистим, чтобы у вас лицо было как раз.
приходите еще, если нужно будет массаж лица. Обязательно приходите, я буду очень рад вас видеть. Все, теперь желаю вам хороших снов. Можете прямо здесь засыпать, если хотите. Вот. И пусть вам приснятся хорошие, замечательные, добрые, прекрасные сны. Все, увидимся еще, надеюсь. До свидания, всего вам хорошего. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал. А также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!